Коллеги, здравствуйте. Каждый год весной мы проводим наше основное отчетное мероприятие F5 Day, и этот год не станет исключением. В этом году мы проводим его в виртуальном формате, хотя, говоря про исключение, прошлый год исключением был. Наверное, всех неожиданно свалилась пандемия, и мероприятия не было. Но в этом году все будет. Снова март, 4 марта, мы хотим сделать для вас F5 день, в виртуальном формате. Мы поговорим про новую аппаратную платформу Velos. В наших странах большой популярностью пользуются аппаратные платформы F5. Мы хотели бы рассказать, что у нас нового готовится на этом фронте. Мы поговорим про API Gateway. Это отдельный сервис для ваших приложений, набирающий важность и значимость в современном мире. И мы поговорим с вами про хит продаж, что называется, Web Application Firewall. Все больше и больше клиентов, все более важные, критичные для их бизнеса приложения защищают с помощью решения WAF. И мы хотели бы отдельную тему посвятить именно этому. Итак, ждем вас всех 4 марта онлайн F5 день.